За отключение света прокуратура призвала энергетиков к ответственности. По результатам проведенной проверки внесены два представления об устранении нарушений законодательства об электроэнергетике, которое выразилось в непринятии мер по модернизации и проведению ремонтных работ объектов электросетевого хозяйства, что повлекло отключение потребителей от подачи электроэнергии на срок до 2 суток. Также материалы проверки направлены в Ростехнадзор и УФАС Кубани для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности.